каждую субботу и воскресенье она спешит, чтобы скрасить ваш уикенд. Ведущая развлекательного шоу Елена Север. Она и ее гости помогут вам расслабиться и увидеть звезд шоу-бизнеса такими, какими вы их еще не видели. Проект «Север Шоу». Смотрите прямо сейчас. Меня зовут Елена Север, и наш эфир открыл Павел Соколов. Спасибо, Павел. Соколов – состоявшийся артист, но его творческий путь не прекращается. Ведь залог успеха, по мнению артистов, в постоянном движении и саморазвитии. В конце шоу мы услышим еще одну песню в исполнении Павла Соколова. А проект «Север Шоу» сообщает, что, как всегда, в течение часа вас ждут встречи с авторитетными экспертами в области музыки, блогинга и кино. Здесь в студии появится звездный гость, с которым мы обсудим тему недели и, разумеется, поговорим о его творчестве. А начнем традиционно с обзора самых знаковых событий этой недели. Календарь. Популярный блогер Ида Галич 3 мая встретила свой 31-й день рождения. В этот же день, 36, стукнуло актеру Даниле Козловскому. 4 мая стало 34-м в жизни Анастасии Каменских, участницы дуэта «Потап и Настя», которая в сольном проекте известна под аббревиатурой «НК». Кумир 90-х Ирина Салтыкова 5 мая принимала поздравления в честь 55-летия. 6 мая родился продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев. Ему исполнилось 53 года. 8 мая поздравления принимал кинорежиссер Валерий Тодоровский. Ему 59 лет. 9 мая рэпер Вячеслав Машнов, более известный как «Гнойный» или «Слава КПСС», будет собирать поздравления от поклонников с 31-м днем рождения. В этот же день, 54, исполняется актеру, продюсеру и кинорежиссеру Федору Бондарчуку. Поздравляю всех звездных именинников, чей день рождения пришелся на эту праздничную неделю. Но самое главное, что хочу поздравить вас, уважаемые телезрители, с Днем Победы. Этот праздник я хочу красной нитью пронести через наш эфир и, разумеется, затронуть тему Дня Победы в беседе с гостем «Север Шоу» популярным исполнителем Валерием Меладзе. Привет, с вами Валерий Меладзе. Я иду на север. А пока Валерий Меладзе готовится открыть двери нашей студии, я предлагаю познакомиться с обзором аккаунта знаменитости от нашего эксперта Рады Замути. Она обещала прокомментировать аккаунт знаменитости по теме «День Победы». Звездные аккаунты.
Рада, привет! Мне кажется, наша сегодняшняя тема касается каждого человека в России, от мала до велика. Ты со мной согласна? Лена, привет! Полностью с тобой согласна. Трудно представить семью, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Жду от тебя обзор по теме «День Победы в жизни звезд нашей эстрады». В этот светлый праздник многие артисты участвуют в концертах и акциях. Разумеется, вспоминают своих родных, принимавших участие в войне. Так Сосо Павлиашвили бесконечно горд ощущает себя потомком победителей. Его дед погиб на фронте, отдав свою жизнь за наше мирное небо. Сергей Безруков регулярно принимает участие в акции «Бессмертный полк». Он приходит с портретом своего дедушки, Михаила Сурова. Родион Газманов 9 мая обычно выступает, причем не менее чем на 5 площадках Москвы. Он с удовольствием поет легендарную «Темную ночь» и «Катюшу». Певица Максим к Дню Победы публикует архивные снимки своих близких и делится семейными историями о мужественных людях. Так и написала: «Мой любимый праздник – День Победы. Спасибо за мирное небо над головой, свободу и спокойствие нашим дедам и прадедам». У Максима Галкина на войне были и бабушка, и дедушка. Его дед воевал с самого первого дня, служил на границе под Брестом, прошел Сталинградскую битву, освобождал Югославию. Сергей Жуков с гордостью произносит имена своих фронтовиков – Наиля Хайбулина и Михаила Жукова. «Мои деды, – говорит артист, – великие люди, подарившие мне возможность жить на этой земле. Люблю, горжусь, помню. Передам своим детям и внукам мое безграничное почтение вам. Ваши фронтовые истории, ордена и медали. Подвиг ваш навечно останется в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто». Татьяна Навка рассказывает своим детям об их прадедушке, краснофлотце Навке Петре Петровиче, который участвовал в освобождении Севастополя, был награжден медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа. Елена Летучая помнит о своем прадедушке Александре Летучем, который прошел всю войну, был трижды ранен, служил в особой лыжной бригаде минометчиков, награжден за оборону Ленинграда. Вечная слава героям! Спасибо за жизнь и мирное небо над головой. Рада, сегодня у нас в гостях Валерий Меладзе. Ты можешь прокомментировать его аккаунт? У Валерия почти 500 000 подписчиков. И это при том, что аккаунт он ведет без фанатизма. Публикации делает нечасто, сторис выкладывает еще реже. В основном делится фрагментами выступлений и клипов. Но есть и забавные ролики, которые говорят о потрясающем чувстве юмора и о том, что Валерий любит жизнь и умеет радоваться даже мелочам. Есть фото и видео близких артиста: дети, брат, супруга. Кстати, поздравим Валерия с прибавлением в семействе. Ведь в апреле у него родилась еще одна дочь, и теперь он счастливый отец 6 детей. Артист у себя на страничке нежно признался в любви к жене Альбине Джанабаевой и сообщил о появлении малышки. Растрогал и порадовал своих подписчиков. Да, Рада, спасибо огромное. Это была Рада Замути, наш обозреватель благосферы звездных аккаунтов. А сейчас наше шоу продолжится вместе с Валерием Меладзе. Валера, привет, заходи. Здравствуй. Да, очень рада тебя видеть. Лена, да, проходи, присаживайся. У нас звездный белый диванчик. Спасибо. Хочу начать беседу со знакового события этой недели – Дня Победы. Да. Что для тебя этот праздник, вот для тебя и твоей семьи, что он означает? Мне кажется, что для всех людей нашей страны, и не только нашей страны, а всего бывшего Советского Союза, этот день очень важный. Это день, когда свершилось очень долгожданное и выстраданное всеми людьми, всем народом событие. И мне кажется, еще во многих поколениях это непременно будет отмечаться, и люди будут чувствовать. Мне кажется, это память уже на уровне генов, это какая-то генетическая память. Любой человек, который начинает вообще задумываться о бытии, начинает задумываться о том, как мы живем, наверное, начинает понимать, что нет ничего страшнее, чем война. И День Победы – это окончание войны, окончание горя, окончание ужаса, окончание ожидания чего-то страшного. И ощущение безумной радости, и ощущение того, что все-все теперь будет в жизни прекрасно. Но в вашей семье были фронтовики? Конечно, у меня прадед, он вообще в 3 войнах участвовал. Вот, и дедушка, другой дедушка был нефтяник, который тоже все время кочевал, он подавал постоянно рапорты о том, чтобы его взяли служить, но он был нефтяником очень высокого класса, и сказали, что такие люди нужны в тылу. Я 2 года назад нашел в документах записи о брате нашей бабушки.
маминой мамы. Сергей Еленин, он пропал без вести в первые дни. Твои дети, свои критики, они посмотрели твои фотки. Давай послушаем, что они сказали. Рубрика «Дети знают». Кто этот дядя? Аниматор. Показывает разные костюмы из истории, ставит спектакли. Он, наверное, победил какого-то злодея. Меладзе. Меладзе. Или как это там? Мармеладзе. Он снимался с многими людьми, тиктокерами. Меладзе молодец тем, что он не лезет куда-то наверх в тренд. Ну, как я знаю, ну, как тот же самый Киркоров, например. Киркоров все время думает, что он молодой. И я как-то маме сказала «Мармеладзе», она меня поругала, но я все еще говорю «Мармеладзе». Прости, Меладзе. Ну, такой классический у него песня, ну, хорошая песня, душевная. Ух ты, посмотри, как приятно. Очень приятно. Прям вообще. Да. И, ну, пожалуйста, кто-то сказал, что ты кого-то победил. Да, аниматор тоже нормально. Я победил. Да, если бы какую-нибудь другую фотографию представили меня там в костюме обычном, то, может быть, у девочки бы не было бы ассоциации, победил. Да. А что это за фотография была? А это со свадьбы дочки.
старшей Инги. Первый день все были одеты официально? Black tie, да. Ага. А второй день у нее много друзей разных абсолютно народов. И все были одеты вообще, да, в свои национальные наряды. И все это, конечно, был такой маскарад. Даже не то, что маскарад, а парад, так сказать, как в советские времена. Кстати, хорошая, да, идея. Ой, это очень здорово, очень. Я думаю, что это прям впечатляюще было. За что дядя поднял бокал? Это день рождения какой-то, юбилей. Или, может, даже свадьба. И он поднимает тост. Похоже на День Победы. Был какой-то прикол с ним, с этим бокалом, по-моему. Ну, я думаю, он добавит туда желатин и получит свой мармелад. Ну, расскажи, что это такое за бокал такой огромный, в честь чего ты поднимал? Ну, это была свадьба наших друзей, и там просто был, ну, как декорация этот бокал. Хотя мне приходилось за грузинским застольем выпивать из рога, а одно время даже пили... Ну, не до дна, я надеюсь. Из вас. Да, из вас. Была такая мода одно время. Это было давно. Достаточно давно. Когда я закончил школу, я еще работал на телефонной станции, там ремонтировал телефоны. Но это все грузины в хорошем иммунитет к вину, поэтому я думаю, что нормально из вас. Первый застолье, да. Ну так, конечно, после такой большой дозы очень, очень трудно выбраться из-за стола. Но да, да, никому да. не советую так экспериментировать. Все должно быть в меру, потому что и общение между людьми за столом, и тем более спиртные напитки, они тогда радуют душу, когда они употребляются в меру. Потому что потом тебе просто становится физически плохо, ты начинаешь не очень хорошо соображать и вообще теряешь ощущение реальности. Зачем дядя надел такой головной убор? Круто, хочу себе такой же. Розовый цвет, я обожаю розовый цвет. Мне кажется, он ставит какой-то спектакль, играет роль какую-то в спектакле про индейцев. Такой с львом стоит, такой бесстрашный. Шапка индийская смешная какая-то. Взял, возьму, хоп, фотографии сделаю. Ну, все подумают, то, что я взял это и одичал. Прям вождь. Он играл, наверное, с ребенком. Блин, ну классно. Так что это за фотография, что там с ребенком вот играл на нее? Вот тот парень в клетчатой рубашке прав, кстати. Так, что он там сказал? Для фотки ты это сделал? Да, что мы проходили в магазине каком-то, увидели этот головной убор. Вот, ну и это лето было, мы после какого-то там вечеринки какой-то шли. Куражились, застолье, куражились, да. Валяли дурака, и вдруг я увидел на газоне такого льва. Я запрыгнул на него. Вы смотрите «Север-шоу». У меня в гостях известный исполнитель Валерий Меладзе. Валера, расскажи, ты любишь кино как зритель? Да. Я люблю кино. Причем я застал тот период, когда кино – это было одно из главных развлечений, в принципе, да. Но так как у нас все-таки тема такая «День Победы», я не знаю, есть ли у тебя, может быть, любимый фильм о войне? Пусть это будет, ну, или тот, который, допустим, ты с детьми бы посмотрел с удовольствием, с мальчишками. Ну, раньше мы смотрели там, когда сами мальчишками были, «Три танкиста и собака». Да. Вот, это, по-моему, чешский фильм, что ли, был? Польский. Вот, ну и, конечно, много советских фильмов было. Очень трогательных. На мой взгляд, до слез трогательным, очень человечным и трагичным, и в то же самое время очень глубоким и оптимистичным был фильм «Отец солдата». Да. Ну или «В бой идут одни старики». Это... яркий фильм об интересных людях очень. И в то же самое время трагичный. Потому что там все равно погибают красиво молодые ребята. И это просто часть жизни. Мы смотрели эти фильмы
И мы не понимали, что это кино, что это сыграно. Мы всегда воспринимали это как часть жизни, которую кто-то прожил. Никаких спецэффектов не было, да, и просто действительно игра актера, вот эта вот жизнь, которую ты с ними проживаешь, то есть умели они, конечно, это передать, это правда, да. Да. Кинообзор. Ну, я про кино заговорила не случайно. Настало время. У нас кинообзор. Рядом с тобой присядет сейчас наш кинокритик Дмитрий Шуманский. Дима, привет, заходи. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, Дмитрий. Ну, у вас красной нитью сквозь весь разговор проходит тема войны, тема Дня Победы. Я хочу еще немножко добавить, что, мне кажется, для того, чтобы прочувствовать эти события, нужно не просто фильм посмотреть, нужно побывать в некоторых местах, которые хранят память об этих ужасных моментах. И в этом году лично я для себя выделил два места, которые советую всем посетить. Это Ржев с новым памятником и 35-я батарея в Севастополе, если будет возможность. Находясь там, никаких фильмов не нужно, все сразу становится понятно. Но победа достигалась у нас для того, чтобы пришло мирное время, и мы могли в том числе и развлекаться. В этом ничего такого нет, мы работаем, мы получаем позитивные эмоции из фильмов. И я буду сегодня рассказывать о комедии. Это будет первый фильм, о котором хочу рассказать. Немножко похабное название, прям скажем, «Прабабушка легкого поведения. Начало». Ну, в общем-то, фильм при этом ожидаемый. У него были предыдущие части. Мариус Вайсберг его снял. Итак, 80-й год. Вся страна следит за событиями Московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На один из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию, разыскать на черном рынке смертельную опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. В общем, звучит очень запутанно, прям скажем. Будем смотреть. К Валерию вопрос, если не возражаете. Вот, да, конечно. Олимпиада 80-й год. Вы ее 100% помните. Конечно, конечно. Плакали под «На трибунах стало висеть». Конечно, плакал.
в концертном исполнении многие песни ускорил, потому что они кажутся очень темповой, медленными. Темповой, да, ускорил? По ритму мы быстрее их играем, я быстрее их исполняю. Иногда это доходит до абсурда, и мы начинаем обратно отматывать. Да, тут слишком, да? Вот, и вся жизнь, она действительно такая стала стремительная. И картинка очень часто меняется. И я стал... СММщики, я не знаю, интернетчики, как их по-разному называют, ребят, да, они говорят, что очень серьезно сейчас пошел откат к каким-то таким ценностям. То есть опять хотят слушать. Да. Я, кстати, тоже об этом знаю, тоже слышала, и прям это очень радостно. А у нас с вами есть возможность выйти на прямую связь со студией Русского радио и пообщаться с ведущим Максимом Приваловым. Не только потребление напитков, но и общение. То есть за 20-30 минут я постепенно вхожу, если я нахожусь с земляками, я вхожу уже в некоторое уже состояние. И за это время мы, конечно, успеваем немножко выпить уже. Да. Поэтому я не знаю, что первично, что меня расслабляет. Атмосфера или то, что я... уже к этому времени.
хочешь жить без меня, а я без тебя попробую.